Вот где стрелять? Где стрелять? За город далеко ехать. Там тоже в лесу, если поймают. Где стрелять? Сейчас пульнем прямо в гараже. Прямо в гараже. Вот этот сейф сейчас сюда положим. Сюда. Поставим мишени, пульнем. Пульнем прямо в гараже. Сюда будем. Вот так будет. Уши надо будет только заткнуть. Сюда стреляем. Простой пулей. Сюда будем бить разрывной, экспансивный. Разрывная пойдет ниже. Первая вот, вторая вот. Входные одинаковые. Это меньше, это больше. Что значит разрывная пуля? И здесь то же самое. Вон какая дырка. И вот. Металлический сердечник М. Простая П. Стрелять будем по лопате. Я лопату заменил вот на такую. Свинцовой пули легко будет. Металлической я боюсь. Брызги полетят. Придется что-то... Рикошет. Рикошет — страшное дело, ребят. Напрочь. Свинцовая пробила. Я специально взял лопату потоньше. Думал, боялся, что не пробьет. Зря. Зря. Металлическая тем более прошьет ее. Все-таки я решился. Лопату сменил. Сейчас буду стрелять с металлическим сердечником прямо в гараже. Посмотрим, как на пробой будет. Вот сюда будем бить. Вот сюда. Металлический сердечник, шарик, он разлетается. Надо все закрывать. Шарик, он разлетается в разные стороны. Брызги летят. Боюсь. Ну что сделаешь? Надо. Это значит боевая позиция. Стрелять будем вот отсюда. Вот отсюда, в эту щель будем бить. Так что, а вдруг сюда осколок пролетит? Это опасно. Надо будет очки одеть. Очки одену. Все, может быть, спасет. Одеваю очки на всякий случай. Вдруг через дырку пролетит. Пойдем смотри. Это что? Вот так стреляют шарикоподсыпники. Всем привет. Я исчезаю. На обзор ТОС-106 приходите. Посмотрим, как он, точность какая у него. Лазерную указку прицепим китайскую. Посмотрим, насколько право-лево уходит. До свидания.